Небольшой опрос. Вы идеальный сосед. Кивайте. Да. Вы не делаете ремонт. Кивайте. У вас не лает собака по утрам. Все верно. Вы не шумите. Никаких вечеринок по пятницам. Нет. Скучновато вы живете. Вашим соседям неинтересно. Давайте немножко подправим, точнее подпортим вам репутацию. Предлагаем вам завести домашнее животное с рубрики «Пристроим вместе». Дадим шороху соседям. Сегодня ищет новую семью этот прекрасный пес по кличке Яша. Яше около 9 лет. От него отказались прежние хозяева из-за того, что пес слепой. Но отсутствие зрения Яше никак не мешает. Он живет полноценной жизнью, гуляет, проявляет охранные качества и очень любит, когда его гладят. Он подойдет в будку либо в вольер на охрану. Лает он хорошо. К другим животным относится очень плохо, потому что у него такая судьба была, что его постоянно кусали, драли. Вот, к детям относится хорошо. Можно в семью с детьми, можно пенсионерам. Если вы хотите, чтобы Яша стал новым членом вашей семьи, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона 8 953 139 20 33.